Но и сама площадка вот необычная. Ой, пах попал. Так, в пах, ниже пояса. Конфликт, ругается Рзаев. Ой, хорошо сейчас апперкот вставляет Хамзат и вновь пропускает. Оба бойца при бэкграунд бойца ММА. Добавляет шансов, потому как он имеет опыт выступлений в таких, да, перчатках. Выступлений в таких перчатках. И это все может закончить один удар. Одно точное попадание Альхами в предплечье. Вновь попадает Шостак, едва стоит. И практически все атаки Шостак. Ой, какой нокдаун. Я думаю, что тут просто не того, что есть ноги, открытие действуют бойцы. Да. Еще один хайкик, видно, пробил через защиту. Ну, не мудрено с такой амплитудой. Но Карапетян сейчас бежит. Ой, какой. Успел однозначно Карапетян остановить. Ой, еще одна колено пролетело. Опасно. Еще один хайкик. И вновь. Настроен продолжать. Ой-ой-ой, ну это уже прям. Но по такому бою может быть нокаут натуральный, да. Так. Додержал. Никите Шостаку по прозвищу Академия. С хорошим бэкграундом, и это всегда интересно. Ой, какой фронт с первого удара. Ой, как жестко сразу Айдемирова. Черные. Да, и опытные бойцы. И это мы видим по первым секундам. Вот это уловимое для глаза. И я думаю, что надо останавливать. Все, стоп. Итак, друзья, первый раунд. И буквально назад Мережков оказывается в нокдауне. Да. И насколько яркий у Нуралы был выход. Ой, ой, сразу какой штук, чтобы рубиться. И капа вылетает у одного из спортсменов. Я думаю, Рейд Хамзат восстановился, пошел вперед. И ну и мы видим, что... Ой, хорошо сейчас апперкот вставляет Хамзат и вновь пропускает. И это точно нокаут. Огненный, причем в промежутках между нокдаунами. В перчатках большой разницы. Получше, но я имел в виду то, что здесь есть ноги. И можно компенсировать вот дистанцию, входы именно за счет работы бои, поэтому никто здесь ничего останавливать не будет. И вылетает капа. Ну и сама площадка вот необычная. Ой, пах попал. Так, в пах, ниже пояса удар. 10. Аут. Да, неожиданная концовка. Касается, прощупывает дистанцию ногами. Исламбоев выбрасывает хайкики. Достаточно точек. Я обратил внимание, Исламбоев пробил. Мне вообще ожидаемо кажется, что больше у Исламбоева именно бокса, не кипсовывает он в оппонента. Вот еще. Как ты уже заметил, да, практически после каждой атаки Исламбоев выходит в сторону. Ой, хорошо отцепляет своей двойкой, но оппонент пока что все видит. Работа вблизи, хорошо, сейчас отзащищался Рзаев и... Рзаев убивает не так иногда серийно, но именно каждый удар у него плотный. И попадает через счет, не открыл. И уже просто перекрывается Ислам. Покор. Попадает сейчас левым боковым, и хайкик доходит до цели. Да, и очень опасный Слонарку. От легендарного Саинчая. От легендарного бойца. И вот уже пошел между бойцами конфликт. Ругается Рзаев. Касается Исламбоев, потому что вот в этих разменах он не такой. Попадает сейчас Рзаев. Левый боковой сразу же перешел в клинч. Хороший удар по корпусу сразу. Попадает сейчас боец из Питера, но... Но не отчитывает нокдаун, это пока не он, Александр Казовских, продолжает. А вот тут восстановился Александр. Ну, черный лев
прям налетает с такими размахайками, уже просто пытается физикой. Вот опять размахайка от Черного Льва. Глухая защита практически не встречает Александр. Да, не встречает Александр своего оппонента. И, соответственно, Руфат Ахмедов может делать все, что захочет. Тяжелые удары вот по такой амплитуде, размашистые. Учитывая, что и перчатки очень... Хорошо, сейчас двойкой пробивает Черный Лев. Ну, в принципе, не здесь это. Я думаю, что это будет правый оверхенд. Но от Красовского мы начали видеть вот как... На нее невозможно опираться. Так попал фронту. Да, попал. На нее невозможно, менее это делать можно. Здесь площадка, мы видим ее...